Всем добрый день. Я нахожусь возле торгового центра «Киев» и хочу вам показать вот то, что происходит сзади меня. То есть на повороте на главную дорогу довольно часто паркуются люди. Паркуются, нарушая правила дорожного движения. Я неоднократно видел, как полиция здесь штрафует людей за такое действие. Но действие все равно продолжается. Люди ставят машины, нарушая правила дорожного движения. Вот видите вы отчетливо. Почему они это делают? Я спрашивал, мотивировка такова. Негде припарковаться. Но сейчас я пройдусь и покажу вам, есть ли где припарковаться здесь, не нарушая правила, не мешая остальным участникам движения. Ну вот, я вам показал кучу мест, где есть возможность, реальная возможность остановиться, припарковаться. Но люди не хотят этого делать. Почему они не хотят? Ну вот потому что. Иначе это не назовешь. К сожалению, имеем то, что имеем. Всем хорошего настроения.